Так, посмотрите на эту картину. Вы скажете, что это любой ребенок может нарисовать, что я просто всего лишь художник, который ничего не представляет из себя, как мужчина и все такое, да, как сказали эти бабки. Да? Что я не являюсь пушечным мясом для войны. Да. Да. Я не являюсь, я не хочу быть пушечным мясом для войны. Я веду антивоенную пропаганду среди населения. И от вас всего лишь что требуется. Так это просто рассказать об этом. Репост сделать. В Инстаграме выложить мой рисунок на стене. Not War называется. В моем паблике. В каком аутсайдер арт вы это увидите.